Сейчас я хочу познакомить вас с одним из моих самых любимых пионов. Это сорт 1302 Макина Грант, зарегистрированный РЭФа в 1981 году. Это действительно один из тех пионов, которые я много кому рекомендую. Вот когда спрашивают, хотим настоящий красный пион. Ребята, Макина Грант, потрясающий сорт, такого прям красного цвета, красный. И цветонос устойчивый. И цветет долго. То есть 2 недели вы будете любоваться этим красавцем у себя в средней полосе. У нас на юге немного короче, потому что весна у нас непредсказуемая. То плюс 40, то ветер, то дождь. Поэтому, но тоже очень долгое цветение. Желтый, сочный центр. Мне так нравится, когда цветок играет на контрасте яркой. Таких ярких лепестков и солнечного желтого центра. Мне очень нравится, что сорт Макина Грант не требует никаких ни подвязок, никаких там ни опор, ничего. Он сам знает свое дело, сам несет всю эту красоту, сам вот эти великолепные 3-4-рядные цветы держит уверенно в любую погоду. Мне очень нравится, что лепестки у него аж такие, как атласные, такие восковые, они очень плотные, такие вот не как тряпка развиваются по ветру, а очень-очень плотные лепестки, которые выдерживают и ветер, и дождь, и пчел, все что угодно, ничего ему не страшно. Мне очень нравится, как он растет. Мы же размножаем наши пионы в питомнике, и вот сорт Макина Грант хорош в своих ростовых качествах. В общем, многое у этого пиона сошлось, и не зря же он золотой медалист в 2013 году. Его всемирно признали лучшим ландшафтным сортом, то есть он для ландшафтного дизайна подходит изумительно. Сорт Макина Грант, красный полумахровый гибрид, 90 сантиметров высота цветка, 18-20 сантиметров диаметр самого цветка. Если интересуетесь каким-то красным пионом, вот не хватает у вас в коллекции, хотите каких-то сочных красок, обратите внимание на сорт Макина Грант.